Больше полномочий, меньше бюрократии. На первом в этом году заседании архитектурной комиссии решили самостоятельно проверять памятники местного значения. Ревизии будут проводиться без присутствия собственника, если нарушены нормы. На комиссии представят проект решения об ужесточении норм законодательства. Его же направят на ближайшую сессию горсовета. И лишь затем предложение одесситов рассмотрят в Киеве. Мы сегодня рассматривали вопросы обращения, возможности обращения Одесского городского совета в Верховную Раду о расширении полномочий и возможностей для городских служб, в частности, по историческому ареалу, по центру города. Потому что, как мы видим, пока друг другу все начинают писать письма, у нас валятся фасады, лепнина. Нам нужно сделать максимум для того, чтобы сократить бюрократическую процедуру. Также на комиссию затронули тему застройки прибрежной зоны. В мэрии планируют провести общественный диалог, на котором обсудят этот болезненный для города вопрос. Можно или нельзя строить на Одесском побережье? Мы обращались на главу комитета с просьбой внести изменения в закон в сфере местобудивной деятельности и ужесточить меры к застройщику. К сожалению, наши письма были проигнорированы, скажем так, были нам отосланы отписки с нормами законодательства. На сегодняшний день мы обратились в комиссию с просьбой вынести на сессию проект решения о ужесточении норм действующего законодательства. На зонах рекреации можно строить у нас оздоровительные комплексы. Это не запрещается законодательством. Но на сегодняшний день целевое значение земли устанавливает не управление архитектурно-строительного контроля, да, а, скажем так, проектная документация.